Ну а теперь к другим темам. Реки Терек, Сулак и Самур ждет небывалое половодье. Дагестан входит в десятку самых опасных по паводковой ситуации регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды в республике. Паводковый период ожидается в третьей декаде мая. При неблагоприятном развитии ситуации в зону затопления попадают населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов. В связи с этим противопаводковой комиссией правительства Дагестана обследовано состояние гидротехнических сооружений водооградительных валов рек, после чего принято решение о проведении берегоукрепительных работ на их участках. На сегодняшний день уже завершены земляные работы на 10 участках Терека. Аналогичные действия выполнены на реке Гюльгеры-Чай, на очереди реки Аксай и Самур.